зовут Елена Ронина. Я приветствую вас у меня на канале, который называется Елена Ронина. Культ поход с писателем. Приближается уже Новый год. В общем, остался месяц или чуть меньше месяца, но в зависимости от того, когда я опубликую этот ролик. И сегодня очередной выпуск из серии «Духи. Фильмы. Книга» ну или книга духи и фильм, как хотите. И я решила, что он будет посвящен Новому году. Он будет называться Новогодний корпоратив. Ну вот, несмотря на все то, что у нас происходит на нашей планете многострадальной, Новый год он все равно придет. И поэтому вот я летела в самолете из Грузии, вот на мне новый грузинский платочек, вот мне он очень нравится, такой он с, с цветами, с гранатами, многоцветный, можно надеть по-разному. И думала, что же, что же, что же я включу в этот ролик, когда я придумала это название и эту тему, эту идею. Ну вот, посмотрим, согласитесь вы со мной или нет. Начнем сегодня с духов. И духи – это те, про которые я вам уже не раз рассказывала. Знаете, от чего я отталкивалась? Новый год. Он, как правило, все таки происходит либо дома, мы, либо мы идем в гости, но либо мы встречаемся на работе, и это такое закрытое помещение, и мы не должны напрягать своими духами своих коллег, но, с другой стороны, это должны быть какие-то духи праздничные, радостные, которые напоминают нам вообще о том, что было, вот что прошло за год. Поэтому, может быть, они нам напомнят и все времена года, но в первую очередь они будут яркими с одной стороны, а с другой стороны не напряженными. Я такие духи нашла. И это духи, которые я очень люблю, и я вам уже про них рассказывала. Это In Love Again, Yves Saint Laurent, французская компания, туалетная вода. Это духи, можно сказать, древние, они 1998 года. Вот у меня сегодня все немножко такое будет древнее. Эти духи, они вот сквозь время прошли, они не устарели – они очень современные, они очень вот как раз радостные и очень интересные. Эти духи вот со мной, они просто постоянно. И летом, и зимой, и весной, и вот осенью, вот поздней осенью или ранней зимой. Эти духи могут быть со мной, когда я работаю дома. Эти духи могут быть со мной, когда я иду на работу когда у меня просто плохое настроение, и мне надо вообще себя как-то вот взбодрить, это тоже будут эти духи. Основная нота в них для меня – это черная смородина. Я ее слышу, но вы знаете, черная смородина, если она просто в духах одна, она может вообще такими кошачьими лоточками пахнуть и может сыграть такую плохую шутку со всеми. И здесь она поддержана грейпфрутом, Честно говоря, когда я искала духи для вот, я думала о мандаринах, о апельсинах, о грейфруте, а потом поняла, что вот эти духи подходят как можно лучше. Интересно, что здесь, кроме грейпфрута и черники, которые очень много в базе есть водка, поэтому ну, ну, вот, я, например, Новый год водкой не провожаю, но как правило, все-таки проводы мы начинаем с какого-то вина, например, с белого, а уже встреча идет с шампанским. Но я знаю, что старшее поколение, а мы сегодня все-таки, у нас может быть такой ретро будет выпуск они вот провожали Новый год всегда водкой. Поэтому здесь водка, черная смородина и грейпфрут, и еще какие-то цветы здесь есть. В общем, запах очень радостный, очень солнечный, очень узнаваемый и очень-очень интересный. Вообще эти духи создавались как гимн любви, страстной любви, и женской любви, что женщина всегда готова к любви. Ну, наверное, в 98-м году так и было. Для меня это просто солнечные духи хорошего настроения. А вот для новогоднего корпоратива, для новогодней вечеринки, мне кажется, что, ну, в общем, больше ничего и не надо. Лаконичный, красивый флакон, два таких кубика, кубик на кубике – большое в маленьком, маленькое в большом растворяются друг в друге, как люди в любви растворяются опять же друг в друге. В общем, я вам от души на праздник эти духи рекомендую. Книга. Долго думала о книге, а потом я решила, что... А, собственно говоря, что я долго думаю? У меня есть роман, который называется «Я проснулась в Риме». Вот вышел он вот в таком оформлении. По-моему, сейчас уже такой обложки нет, но есть э, вот в таком оформлении. По-моему, еще во всех магазинах он есть, в интернет-магазинах. И ведь я вот много вам говорила и рассказывала об этом романе. И здесь это, в общем, семейная сага такая достаточно большая, протяженная во времени. И здесь есть и Россия, здесь есть моя любимая Италия, очень много Москвы, очень много Рима, разных совершенно людей из разных сословий, все перепутано и перемешано. Но главное это ведь здесь же центр всего. Это Новый год, Миллениум. И страна входит в 2000-й год. И вот страна уже немножко отошла от перестройки и уже немножко вырулила из 90-х годов, и уже появились какие-то богатые люди и успешные компании. И вот главная героиня Юля, она работает вот в такой компании, где устраиваются такие новогодние корпоративы, и ей поручают этот самый корпоратив организовать. И ну, поскольку она очень креативная, как мы скажем сегодня, и у нее большая фантазия, и на нее опирается директор, знает, что все, что она сделает, будет правильно. И он ей сказал, что ну давай что-нибудь такое в итальянском духе, но ну, давай, чтобы что-то было интересное. И вот она приглашает на этот корпоратив итальянского шеф-повара и понимает, что это будет вечеринка в итальянском стиле. И вот тоже вопрос о том, как одеваются на этот корпоратив сотрудники, как они готовятся к этому корпоративу, а что вообще в Италии? И э, начинается роман как раз с того, как празднуется Новый год в Италии. Вообще э, роман, он, он в принципе, он в 2021 году был истан. и он, ну как я уже сказала, очень многослойный и Начинается он с того, что все дороги ведут в Рим. Крылатая фраза на века. Она подходит и для будней, и для праздников, и для трагедий в нашей жизни. Входя в новое тысячелетие, толпы людей потянулись в столицу империи. Начинаем мы с Рима. Ну, а потом потихонечку перебираемся в Москву. Этот роман, знаете, он про выбор, про то, что я вообще, в принципе, очень люблю, о чем я люблю писать. И мне кажется, что это всегда интересно, вообще узнать, своим ли делом занимается человек, и если он чувствует, что ему некомфортно, насколько он готов выбраться и вырваться из сегодняшнего дня, и может быть много чего потерять, но заняться тем, делом, которое ему по душе. Поэтому я проснулась в Риме, очень долго мы искали название э, к этому роману, и название несколько провокационное, и, так скажем, с одной стороны оно продажное, потому что эта книга продалась сразу и очень хорошо. С другой стороны, это название очень личное, э, потому что я как раз была в Риме, когда... Э, вот мне позвонили из Эксмо и сказали, что все, мы утвердили вашу большую авторскую серию «Близкие люди» романы Елены Рониной. И жизнь в корне у меня поменялась после вот этого события, точно так же, как жизнь поменялась у героини, в том числе вот после празднования этого Нового года и подготовки к празднованию Нового года. И в первую очередь, наверное, потому, что она встретила правильного человека. И вот этот человек пришел на корпоратив новогодний, и он у всех присутствующих изменил, но судьбу не судьбу, но во всяком случае взгляд на сегодняшнюю жизнь. И я вам, конечно, желаю... Вы знаете, в Новый год всегда же бывают чудеса, и что-то меняется, и приходят какие-то люди люди из нашего прошлого или какие-то новые знакомства. Я очень много жду от Нового года, который придет вот сейчас к нам. И я надеюсь, что он будет хорошим, он будет лучше, чем предыдущие года, так скажем. Ну и если вы вот, погрузитесь еще и в этот роман, ну, я очень надеюсь, что вы не будете разочарованы. Итак, мы поговорили про духи, мы говорили про книгу, какой же будет фильм. И вот я тоже долго думала и про голливудские фильмы, про новогодние, про рождественские фильмы. И вдруг я вспомнила, что был такой фильм э, советский, очень старый, мне кажется, что он даже телевизионный фильм, который мы в какое-то время все очень любили, и с ним мы смотрели Новый год. И я даже не сразу вспомнила, как называется этот фильм, знаете, и прям настолько забыла, что даже решила, но ну, я точно знала, что там играет Целиковская. Вот я посмотрела фильмографию Целиковской и поняла, что боже, как я могла забыть? Ну, конечно, семья как семья. 1970 год. Давно ли вы, мои дорогие друзья, смотрели этот фильм? Если давно, то обязательно пересмотрите вы посмотрите, как мы далеки от той жизни, которая была вот в то время. Ну, вот мне 8 лет было вот в том году. В 70-м году, кстати, я вам скажу, что «Ирония судьбы» или «С легким паром», этот наш любимый «На все века и на все времена», он вышел в 1976 году. И даже как какую-то мелодию вы услышите в этом фильме, которая плавно перешла потом в «Иронию судьбы». Итак, семья рабочего, который работает на трикотажной фабрике. Он не то чтобы рабочий, по-моему, он какой-то мастер. Сейчас скажу точно, я записала. Да, мастер трикотажной фабрики Коробов. Семья большая, трое детей. Актерский состав просто сумасшедший. Главные роли Целиковская и и дальше вы там, вы там кого только не увидите, смотрите внимательно, смотрите, пожалуйста, все эпизодические роли. Вы правда будете очень удивлены, потому что там и Дыховичный, и Костолевский. И в главной роли там также, даже забывая его фамилию, хотя в свое время он был очень популярен, это «Карельских». И Волынский Юрий, тот, который пан спортсмены. Невероятная красавица Нелли Пшенная. В общем, фильм, который нас просто вот развернет и вот туда опустит самых первых кадров. Когда вы увидите сетку с мандаринами, когда вы увидите елку в заснеженной Москве без всяких вот этих вот гирлянд, а вот с огромными хлопушками, когда вы увидите мужчину в шапке пирожок, вы сразу поймете, что это Москва того времени. С другой стороны, конечно, это вот та самая лубочная Москва, к которой мы тогда мы не обращали внимания, что вообще-то у нас этого нет. Это вот только в кино все бывает. Нам как-то казалось, что э, ну, кино и таким должно быть. И вот московские квартиры должны быть вот такими огромными. Откуда? Я родилась в Москве. Никогда в жизни я в такой большой квартире в новостройке и не была, чтобы кухня была почти 20 метров. И моя мама, когда приходила с работы, первое, что она делала, она надевала халат и фартук. Вот в 70-е годы. Это вот сейчас мы уже не, не ходим ни в халатах, ни в чем. Но тогда мы обязательно переодевались. И уж, конечно, мы не убирали значит, вот квартиру 31 декабря. И, ну, правда, вот елку у нас папа, вот живую, он тоже приносил иногда прямо 31 декабря мы быстро ее украшали такое было. Фильм очень хороший, очень добрый, очень музыкальный, где-то где наивный, где-то смешной, где-то я удивляюсь, а почему так простите, но плохо играют артисты, а где-то, мне кажется, что. Но ну, это здорово. Но ну, пусть будет так. И даже вот те военные песни, которые там звучат, они очень уместны, потому что после войны прошло не так много лет. И это те люди, молодость которых прошла на военные годы, и они действительно вот знают это и все. И все равно я не знаю, насколько, но мы, но мы все пели вот эти военные песни. Насколько ветераны их пели, вот у меня один дедушка был репрессирован, второй дедушка вот как раз прошел всю войну, он военные песни никогда не пел и вообще про войну никогда не рассказывал. Но это вот такая новогодняя красивая история с показом Мод. И тоже обратите внимание, что там, когда говорится, что Макси превращается в Мини. Вот на этом и заканчивается: Макси нам показывают, а Мини уже нам и не показывают. Вот такая была у нас целомудренная культура э, тоже хорошо, это пло или плохо не знаю, но мы тогда в это время все были счастливы. Э, фильм можно посмотреть на Ютюбе. Э, идет он всего час десять, черно-белый. И правда, он очень симпатичный. Так что вот сегодня у нас такой новогодний корпоратив, который мы прямо можно, знаете, вот этот такой фильм для даже семейного или дружеского просмотра, чтобы его посмотреть, а потом вообще обсудить и разобрать вообще на цитаты и на посмотреть, что было, что не было, что нас раздражает, а что нас радует. Ну, в общем, я хочу сказать, что он радует. Семья как семья. Книга «Я проснулась в Риме» сейчас вот в этом оформлении. Правда, рекомендую, потому что там действительно много Нового года. Ну и плюс всем, кто любит такие, ну, такие достаточно большие семейные саги с погружением, в итальянскую культуру и даже с рецептами итальянской кухни. Ну и духи. Это просто мои любимые духи. Уже давно, очень давно я с ними дружу. Они меня не разочаровывают. In love again. Всем вам рекомендую. И в сен лоран Пусть это праздничное настроение будет с нами. Вот я очень рада, что у меня вот такой еще сегодня букет. Получила от мужа и говорю: Боже мой, желтые э, цветы при признаки разлуки. Он сказал, что это тюльпаны признаки разлуки, а это признаки тоже э, любви, уважения и вот того, что мы очень долго вместе. И тем не менее, даже когда муж идет за продуктами, он и в продуктовом магазине находит для меня вот такие милые букетики. Я очень надеюсь, что Новый год нам э, принесет в том числе и в наших культурных мероприятиях что-то новое. И будут хорошие новые книги, и появятся новые фильмы, и, естественно, будут духи, которые мы сможем покупать не только в Шереметьево или где-то во Внуково и в Домодедово и что все-таки откроются границы, и мы сможем покупать те духи, которые нам нравятся, вот в тех магазинах и в тех странах, и не думать о том, что настоящие это духи или нет. Хотя это дело десятое, а первое дело у нас – это мирное небо над головой. Это то, чтобы перестали умирать люди, чтобы перестали бояться наши дети – чтобы не вздрагивали дети от, знаете, шума мотоциклов, думая, что вдруг это взрывы ракет. Вот этого я вам всем желаю. Мира и добра. Я рядом. Ваша Елена Ронина.